Слабачи старой школы. Ну, обещаю, это упражнение у меня подрастет по силе. А если вдруг Виктор Блуд посмотрит, то я на его канал подписан с 2015 года, когда подписчиков у него было примерно 2000. И с каждой стройки тащил арматуру домой, болгаркой распиливал и пытался гнуть. Также покупал гвозди, ну, в общем, заболел этой темой. Вот, ну, такой слабый ответ зрителю моего канала. Всем здоровья, всем любви.